Там дальше. Чё? Необходимо заранее подать. Фу, нет, камера снимает. Нет. Нам на какой выходить, кстати? Это Щелковская? Первомайская. А, Первомайская. Такая же фигня происходит сейчас. Вместо поездов трамвай ходит. Измайловская площадь. На Измайловской площади есть один детский музей, такой интересненький. Кой? У него интересненькая вызовник. Ну, в общем, вызовник интересненький. Шестиэтажка вроде шестиэтажка. Ну, вроде где-то шестиэтажка. Итак, этажей 6. Да, но... Один лифт на 6 этажей, и удивительно. Измайловская площадь. Будьте осторожны при выходе на проезжую часть.
Следующая остановка – третья парковая улица. Уважаемые пассажиры, в связи с ремонтом трамвайной сети возможны изменения в графике движения трамвая. Следите за информацией на остановке и на сайте www.trambaya.com. Какой? Вот, проезжай. Там войны? Пятая парковая улица. Выход к театру Угол. Будьте осторожны при выходе на проезжую часть. Следующая остановка – седьмая парковая улица. С 1 мая обучающиеся могут пополнить социальную карту москвича на 30 и 90 дней. Приобретайте билеты в приложениях метро Москвы, москвичный транспорт, а также в кассах и терминалах метро и наземного транспорта.
Седьмая парковая улица. Будьте осторожны при выходе на проезжую часть. Красавчик, где вы взяли? Следующая остановка метро Первомайская. При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах, не трогая их, сообщайте водителю. Барьер Яндекс.Сиды снял. Увидеть видео, я обрадуюсь. Попал в кадр видео. Метро Первомайская. Будьте осторожны при выходе на проезжую часть. Да не свести, ёб твою мать.